и господа, встречайте, Валерий Жидков. Добрый вечер, рад вас видеть на Good Night Show. Это весь мой английский, на который я способен, да, но огромное спасибо, что пришли, это не дежурные слова, потому что у вас был выбор, как провести сегодняшний вечер. Вы могли остаться дома, приготовить борщ, погулять с собакой, почитать книгу или включить телевизор, посмотреть свежие новости от начала до конца, потом выпить две упаковки валерьянки и потерять сознание до утра. Но вы ехали сюда через весь город, кто-то пораньше убежал с работы, кто-то думал, с кем оставить ребенка, и теперь погроб жизни будет чем-то обязан маме или теще. Приятно, что не я один готовился к этому концерту, спасибо вам большое. В это сложно поверить, но есть люди, которые покупают билеты на мой концерт. Действительно, это так, и эти деньги тоже можно было потратить иначе, например, положить в банк под проценты. Если вы очень рисковый человек, да. Или просто купить килограмм хорошей колбасы и торжественно съесть ее после 6. Да, но вы пришли сюда, и это очень льстит. С другой стороны, на мне большая ответственность. Мне теперь нужно быть не хуже, чем килограмм колбасы, а это не так просто, как кажется. Я долго не мог выбрать тему, и в конце концов решил, что если не знаешь, о чем шутить, шути про себя. Название шоу «It's me». Очень все, опять же, весь мой английский. В общем, что будет происходить? Да, наверное, многие недоумевают. Значит, вы сидите в зале, я выхожу на сцену, и, в принципе, все. Да? Единственное, иногда кое-где нужно будет смеяться и аплодировать. Если не уверены, я буду подавать специальные знаки. Поэтому... Добро пожаловать на Good Night Show. Спасибо. Что бы там ни говорили некоторые мои коллеги, но популярность — это здорово. Это здорово, когда ты идешь по улице, тебя узнают, улыбаются, когда говорят «здрасте». Это дает определенные льготы, на самом деле. Вот приятно же, когда в супермаркете кассирша, пробивая твои продукты, доходит до какого-то салата и говорит: «Это наверняка не раз спасло мне жизнь». Или... Когда инспектор ГАИ останавливает и говорит: «Вообще, у вас минималочка, ну раз такой человек, я вас прощу, можно как-то пару билетиков на концерт?» Это приятно. Это дороже раза в три, но приятно. И все эти разговоры, как тяжело быть артистом, какой-то адский и непосильный труд, не верьте. Если бы это действительно было так, в чем проблема? Есть же куча других альтернативных профессий. Но я не видел, чтобы какой-то артист вдруг бросил свой театр или кино и стал шахтером, полицейским или воспитателем в детском саду. Единственное, что иногда проскакивает, какой-то актер стал наркоманом, но это не совсем профессия, да. Не стоит верить всему, что говорят артисты. Чего стоят вот эти вот интервью? Знаете, «Оксана, вы ведете прогноз погоды, боже, как вы все успеваете?» Действительно, я могу рассказать, как. Я просто знаю, как снимают прогноз погоды. В 8:30 она приезжает на студию, красится. В 8:50 она заходит в кадр, читает с листа 20 слов. А с 9 утра до самого заката она дает интервью о том, как она ничего не успевает. Или вот это: «Я настолько популярная певица, что я не могу выйти из дома. Я вчера зашла в магазин, и там какой-то мужик, и он подошел, и... дайте мне автограф», и это все. И он так смотрел на меня, как будто хотел изнасиловать. А как ему на тебя смотреть, если все твое творчество, все твои клипы — это рекламный ролик человека, который хочет быть изнасилованным? Ну, в кадре постоянно то грудь, то попа. Непонятно, откуда льется песня. И тут в магазине мужику наверняка непонятно, почему ты его с экрана манишь, а здесь отталкиваешь. Я не против такого творчества, но если ты что-то обещаешь зрителю, будь готов к тому, что с тебя это рано или поздно спросят. Мне, например, при встрече говорят: «Пошути что-нибудь». Теоретически ее могут попросить спеть,
Но это уже потом, да, после основного блюда. И у меня все поклонники адекватные. Здравствуйте, Валерий. Так неожиданно увидеть вас здесь. И со мной всегда так аккуратно разговаривают, как будто у меня какая-то очень редкая болезнь. И если я в одном приложении не услышу хотя бы два вежливых слова, то у меня сразу начнется обострение. И вы не будете возражать, если я попрошу вас автограф? Вы не подумайте, это не мне. Моя мама просто вас очень обожает. Либо мама, либо дети. Вот, ну, редко кто признается в любви лично. Все очень воспитанные. Есть вообще скромные, те подходят и говорят: извините, а это вы? Я поначалу говорил: в любом случае, это я. Ну, типа сразу шутил и такое. Сейчас у меня другая фишка, говорит: извините, это вы? Я говорю: к сожалению, нет. Люди так понимающе кивают. Я ни в коем случае не нападаю на всех этих певиц, актеров. Наоборот, они мне очень дороги. Они мне очень дороги, хотя бы как материал для построения юмора. И такие вещи на дороге не валяются. Более того, я вообще благодарен всем тем, с кем хоть раз общался в жизни, и всему тому, что со мной происходило, потому что именно все это в совокупности привело меня сюда, и поэтому я здесь сейчас, и у меня свое шоу, и я крутой чувак. И мне не стыдно признаться, что я родился в обычном рабочем поселке, где было максимум 8 улиц, одна школа, два магазина. В самом центре был какой-то ветхий заводик, который круглосуточно обеспечивал весь поселок едким желтым дымом. На этом заводе работала половина населения поселка, вторая половина продавала на рынке то, что первым удалось вынести через проходную. Видимо, воровать на этом заводе было непросто, потому что при заводе было специальное училище, которое готовило молодых специалистов, да. И детский сад в зеленом деревянном доме, где в одной комнате дети всех возрастов по очереди играли четырьмя игрушками и ходили на один горшок. Спасибо всем тем, кто там жил, и даже тому дядьке на Ниве, который в гололед сбил меня возле школы. А с тех пор я никогда не перебегал улицу в неположенном месте и на всякий случай ни разу не ездил на Ниве. Родители сказали, что к 1 сентября мы переезжаем в город. Меня это очень взволновало. Вы когда-нибудь видели школьника, который ждет, когда закончится лето? Я был одним из них. Я представлял себе эту городскую суету, этот бешеный ритм жизни, эти проспекты, высотки, небоскребы, все. И наступил сентябрь, мы действительно переехали в город. Это был город с населением 26 тысяч человек. Там был светофор. И уже через год я здоровался с половиной населения. Я этому городу тоже очень благодарен, потому что он научил меня мыслить нестандартно. Сам город был нестандартный, он был какой-то полусекретный, и многие вещи в нем вызывали вопросы и заставляли задуматься. К примеру, в городе было 4 школы. Я учился в школе номер 4. Кто-то рискнет догадаться, какие были номера у остальных школ? Не, ну была первая, я начинаю подсказывать. Первая была. Второй не было. Вот почему-то не было, не было второй, была третья, была моя четвертая, а последняя была 95-я. Я не буду даже заострять внимание, что случилось со второй школой. Мне интересно, где школы с 5 по 94-ю. Просто какого размера планировался этот город? Я считал, даже если бы все 26 тысяч населения в какой-то момент решили пойти в школу еще раз, 95 все равно многовато. Там прошло детство, и знаете, есть такие родители, которые сейчас говорят: вот, все дети постоянно в гаджетах уткнулись в планшеты, надо выгонять их на улицу. Я помню, как мы гуляли на улице. Я помню взрывание шифера в костре, жевание гудрона на стройке, вот это прыжки с третьего этажа в стекловату. Это очень увлекательно и всесторонне нас развивало, да.
Но если сегодня для своих детей выбирать между всем этим и планшетом, я однозначно за планшет, потому что, возможно, у ребенка от этого будут не такие зоркие глаза, но их будет два. А это больше, чем у некоторых моих сверстников. Какую еще гадость про себя вспомните, а? Знаете, тем, у кого не получается похудеть, я хочу сказать, не расстраивайтесь. Я был очень худым. Я был катастрофически худым. При этом росте во мне было не более 70 килограммов. Это вот как вот девушка при вашем росте, если бы у вас было 4, например. Я не скажу, что это было супер красиво. И на моих студенческих фотках я похож больше не на фотомодель, а скорее на бродячую собаку, которая зашла в институт погреться и случайно поступила, да. Поверьте, быть худым не так здорово, как об этом говорят. Я помню, каково это, когда ты утром надеваешь рубашку и боишься порвать ее локтями. Когда ты настолько худой, что тебе больно сидеть на собственной заднице. Или стоишь зимой на остановке и слышишь, как в огромном пространстве между твоей тощей ногой и штаниной завывает вьюга. Это... Да... В те годы вся одежда сидела на мне так, как будто я ее только что украл. И... Но все равно, несмотря на это, вечные тусовки, вечные какие-то девчонки. И сейчас закрадываются иногда похотливые мыслишки. Вот бы меня туда, в институт, сейчас, одетого, причесанного, да? С нынешним опытом, с уверенностью в себе. Я бы эти 5 лет, кроме секса, вообще бы ничем не занимался. Но я понимаю, что это самообман, потому что опыт, он делает нас переборчивее. Если раньше я легко мог ответить на вопрос, какие девушки тебе нравятся, то сейчас я все-таки требую поправок и уточнений. Какие девушки тебе нравятся, пока не начинают говорить? Вот, да, это значительно сужает круг поиска. Вот скажу по себе, институтская среда меня очень сильно расслабила. Когда целых 5 лет вокруг тебя люди, которые... либо студенты, либо преподаватели. Создается ощущение, что весь мир вокруг тебя только тем и занят, что жадно стремится к знаниям, и ты при этом краем мозга понимаешь, что где-то там далеко существуют таинственные ПТУшники, которые по каким-то понятным только им причинам не пошли в 10 класс. Но это такое, это скорее исключение из правил. Весь мир живет по моим, по институтским законам. Возвращение из этой идиллии в реальную жизнь у меня произошло достаточно резко. Я затянул с дипломом, защитил его 5 декабря. А 7 декабря рано утром я уже был лысый и в военной форме. Ну, в те годы как-то служить было не модно, и всех моих ровесников врачи нашли какие-то жутчайшие болезни, и, причем недорого. И... Но я ничуть не жалею, этот год, он научил меня многому. Во-первых, я увидел, что ПТУшники — это никакая не фантазия, это вполне реальные люди, и их намного больше, чем нас, институтских. Я с удивлением узнал, что есть люди, которые не смогли закончить ПТУ, и даже такие, которые не смогли туда поступить. И самым ярким впечатлением этого года для меня стал один солдат, Миша Горин. Хочу уделить ему несколько минут нашего шоу. На мой взгляд, он этого безусловно заслуживает. Возможно, изначально фамилия Горин происходила от слова «гора», но что касается Миши, оно однозначно было от слова «горе». Он был родом из какого-то малюсенького села, ему до школы нужно было ходить несколько километров, и где-то в районе 4 класса его папа, мудрейший человек, принял решение, что хватит его сыну зря топтать ботинки, пусть лучше помогает дому по хозяйству. И вот с 4 класса, лет до 20, Миша Горин... покорно занимался тем, что летом запасал провизию, а зимой ее потреблял. То есть, ну, развивался. В конце концов, работники военкомата откопали в богатом сельском черноземе этот самородок и в первозданном виде
доставили его на службу Отечеству. Кто служил, знает, что поначалу молодых держат отдельно от основных сил, да, в так называемом карантине или учебном сборе. Я его называл учебный сброд, потому что такое количество совершенно разных людей я никогда в жизни не встречал. Единственное, что нас всех хоть как-то объединяло, это испуганные лица и форма не по размеру. Вообще в армейской форме есть всего два размера, чтобы вы знали. Это мало и велико. Третьего просто не дано. Да. Понятно, что в таких условиях новобранец Горин проявил себя не сразу. И заметили мы его где-то недели через две, когда весь наш сброд в полном составе маршировал на плацу в 30-градусный мороз. Мы готовились к присяге. В армии есть такой психологический прием – коллективное воспитание. Это, знаете, когда у кого-то одного что-то не получается, все остальные должны повторять это вместе с ним до тех пор, пока он не отточит свое мастерство. Да. Главное свое действие этот прием имеет не во время применения, а вечером, когда офицеры покидают часть, да, и этот несчастный остается наедине с теми, кто весь день помогал ему научиться в данном случае маршировать. Так вот, в первый день строевой подготовки Миша Горин привлек к себе внимание тем, что упорно не знал, где право, где лево. Да, и даже после того, как старшина целых 4 часа заставлял весь наш взвод вместе с ним отрабатывать эти сложнейшие команды, Миша их все равно не запомнил. А вот Мишу запомнили все. И когда я ночью проснулся, Мишина кровать стояла в туалете вертикально, на спинке. Хозяин кровати был привязан к ней 3 ремнями, придвинут к стене. На плитке перед носом Миши маркером было написано всего 2 слова. Лево и право. И 2 стрелочки. Ночь прошла. Миша выспался. И на следующее утро его было просто не узнать. Он буквально читал мысли старшины и поворачивался туда, куда нужно, даже раньше, чем тот успевал закончить команду. Но не успели мы расслабиться, нас ждал еще один сюрприз. Выяснилось, что когда мы в первый день получали в коптерке обмундирование, Миша попросил себе сапоги 42 размера. Просто перед ним кто-то брал 42, и Миша решил, раз берут, видимо, неплохой. Старшина так на глаз, на всякий случай, дал ему 43, но выяснилось, что, несмотря на невысокий рост, у Миши нога минимум 45, и естественно, что за 2 недели бега, прыга и марширования в сапогах на 2 размера меньше, от ног у него мало что осталось. А со строевой службы старшина Мишу снял, переобул его в тапочки, и он несколько дней просто жил в казарме, мыл там полы, носил сержантам батоны из столовой. В общем, как мог, защищал родину. Как я уже говорил, нас молодых держали отдельно, и самым страшным из офицеров был командир нашего учебного сброда, в звании аж целый старший лейтенант. А тут вдруг на выходных к нам приехал сам командир полка, чтобы лично провести занятие на тему рота в наступлении. Когда он зашел в казарму, первый, кто попался ему на глаза, естественно, был наш счастливчик, который в тапочках нес поливать цветок. Но Миша просто не нашел кружку, а приказ надо было выполнять, и поэтому брал цветы по одному, носил их, поливал из-под крана. Да. При виде полковника рядовой Горин ограничился скупым «Здрасте». И шаркая тапочками продолжил свой маршрут. Да. Полковник от такой боеготовности, как говорят в армии, очень удивился. Да. Вызвал старшину, отымел его по полной. Мишу
обули обратно в сапоги, и весь наш сброд в полном составе вышел на тактические учения. Атаковать мы должны были какое-то небольшое село в километрах в 5 от части. Вышли туда на лыжах в полном боевом снаряжении. Бронежилеты, каски, лопаты, какие-то противогазы. Ну, командос просто, да. Чуткие ребята. И добрались до места, всем руководил лично полковник. Старшина, зная Мишу, он понимал, что во время атаки главный враг будет не в деревне, а среди нас. И поэтому он проявил настоящую солдатскую смекалку. Он дал Мише ответственное задание. Пока мы будем наступать, он будет охранять лыжи. В общем, Миша держит тыл, мы на острие. Рота в наступлении — это страшная сила. Мы бежали цепью, как в кино про Первую мировую, да. По команде падали, пытались встать. Был наст, внизу было где-то 1.5 метра мягкого снега. Мы проваливались через каждый метр. В общем, если бы ту деревню охранял хотя бы один сторож с охотничьим ружьем, то наша лихая атака захлебнулась бы в крови, конечно. За полчаса валяния в снегу мы прошли от силы треть расстояния, и жители уже начали терять интерес к нашему штурму. И потихоньку разошлись по домам. Полковник принял это как капитуляцию, да. Дал команду отходить, мы вернулись к лыжам. Миша, на удивление, все их сохранил. И мы на них вернулись обратно в часть. Начинаем сдавать снаряжение. Вот все есть? Нет одного противогаза. Ну, догадайтесь, кто его потерял? 80 человек, 40 минут, кувыркались в снегу, валялись, падали, ползали. А один стоял в стороне возле лыж и потерял противогаз. Естественно, что полковник не мог закрыть глаза на утерю такого важного элемента обороноспособности государства. И он построил нас всех, дал команду смирно и отправил старшину на поиски противогаза. Старшина 40 лет, какие-то награды у него. Он бежал по снегу туда, искал Мишин противогаз, слава богу, нашел. Или, может, купил где, я не знаю. Вернулся, по всем правилам сдал его в оружейку, полковник уехал в часть. Полковник уехал, а вот тишина осталась. И в этой полной тишине громче всех молчал Миша Горин. Старшина молча подошел обратно к оружейной комнате, снова открыл дверь, нашел Мишин противогаз. Он помнил, где лежит Мишин противогаз. И до самого отбоя на все занятия, на все построения рядовой Горин ходил в противогазе. Житков, я, Петров, я, Горин. Я благодарен Мише Горину хотя бы за то, что теперь есть о нем рассказ. И этот год уже прошел не зря. Он чему-то меня научил, и наверняка мы его тоже чему-то научили. И он даст своему ребенку доучиться хотя бы до 6 класса. После армии была служба в милиции. Я, знаете, иногда оглядываюсь назад, и вот судьба меня однозначно вела к написанию юмора, но она выбрала не короткий, но очень продуманный маршрут, чтобы я по дороге ничего смешного не пропустил. Так вот, милиция, оперуполномоченный Житков по борьбе с экономическими преступлениями. Я напоминаю, что во мне по-прежнему было 70 килограммов, 1.94 м. То есть мы представляем, как экономическая преступность трепетала при моем виде. Этакий шланг правосудия, да. В милиции я тоже встретил очень много разных людей, они тоже меня многому научили. Я знаю, с каким лицом врут, с каким боятся, с каким хотят дать взятку, с каким хотят ее взять. Отдельное спасибо моему начальнику, он меня тоже очень многому научил. Он как-то зашел в кабинет, видимо, решил наладить контакт с личным составом. Говорит, сколько тебе лет? 25. В общежитии живешь? Я говорю, ну, такое вот, да.
Понятно. А я когда был опером, я в 27 уже купил себе квартиру на набережной. Надо как-то шевелиться. И так многозначительно улыбнулся. Я неплохо умел считать, я понимал, что в 27 лет на зарплату оперуполномоченного невозможно купить квартиру, даже если ты начал работать сразу после рождения. Наверняка он этим разговором хотел сделать мне как лучше, и так и получилось, потому что когда я через некоторое время решился писать рапорт об увольнении, взвешивался за и против, именно вот эта многозначительная улыбка всплыла у меня в памяти и определила мою дальнейшую судьбу. Я благодарен ему за то, что подтолкнул меня, за то, что я после этого разговора уперся рогом, и теперь у меня есть своя квартира на набережной. В Киеве я, кстати, живу дольше, чем в любом другом населенном пункте. И у меня есть один момент, который меня до сих пор забавляет. В городе население около 3 миллионов. Так вот, из всех моих многочисленных знакомых, реальных киевлян, ну, процентов 10. Есть даже подозрение, что коренные киевляне по какой-то причине не хотят со мной знакомиться. Есть реально кто-то прям вот коренной-прикоренной киевлянин? Поднимите руку. Раз, два, три, да. Вы уверены, молодой человек? Такое жизнерадостное лицо. Оно бывает только у тех, кто вчера приехал в столицу, еще не разобрался, что к чему, да? Для того, чтобы над чем-то пошутить, я это понял, нужно это как-то пережить, и причем не всегда с позитивными эмоциями. Когда мы с Мишей Гориным маршировали на морозе, было холодно, была усталость, досада, даже ненависть. А потом как-то это все трансформируется в позитивные эмоции, и то, что вчера больно кололо, сегодня радует других. И, кстати, приносит деньги, так что я жертвую из себя, не строю. Не нужно стыдиться своего прошлого, потому что именно оно сделало тебя таким, какой ты сегодня. И если ты считаешь, что чего-то достиг, что что-то из себя представляешь, ты должен с благодарностью оглядываться назад. И неважно, отдельный ты человек или целая страна. Надо быть честным, в первую очередь, перед собой. И раз уж мы пришли к этому выводу, вот кто у нас был из Киева? Так откуда на самом деле? Из Киева? В общем, надо еще работать, да, я понял. Будьте собой и с улыбкой оглядывайтесь назад. Спасибо большое, это было Good Night Show. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Меня зовут Валерий Житков. Это Good Night Show. Хочу сегодня поговорить о детях. Я просто не знаю, вряд ли, наверное, конечно, но у кого-то в зале есть дети? Поднимите руку, если у кого-то есть. Ух ты, ничего себе, я думал, ну, как нас много. А есть у кого-то, ну, 2 ребенка? Можно поднять 2 руки, чтобы понимать масштабы этого всего? Так. Хорошо, не опускайте, не опускайте, подождите. Есть те, кто нарожал 3? Вы не опускайте тех, кто 2, подождите, надо дирижировать этим всем. Я хочу понять, сколько детей в стране. Вот те, кто нарожал 3, есть такие? Можете поднять еще и ногу? Просто у вас должна быть неплохая растяжка, раз вы так неудержимы в постели. Хорошо, есть те, у кого больше 3 детей? Где эти любящие, но плохо контролирующие себя пары? Да, вы можете делать все, что угодно. Даже если вы просто поспите эти полчаса, я пойму и не буду обижаться, да. Так вот, о детях. Каждый из тех, кто поднимал сейчас какую-либо конечность, наверняка согласится с тем, что отцовство – это новый этап в жизни. И совершенно новое ощущение. Вряд ли когда-то до этого вам приходилось просыпаться от того, что у вас на лице сидит человек без штанов и ест землю из цветочного горшка. Не, ну, возможно, кому-то приходилось, я не со всеми знаком. Но в любом случае, вряд ли это вас так умиляло. Появление ребенка полностью изменяет само отношение к жизни. Теперь, вопреки инстинкту самосохранения, ты должен сначала накормить, защитить и сохранить
кого-то, а только потом себя. Одеть, обуть, уложить спать, убедиться, что сон наступил, и только потом лечь самому на оставшемся незанятом фрагменте кровати, принимая форму какой-нибудь фигуры из Тетриса, да? Особо удачная ночь, когда выпадает прямая линия. Как и в Тетрисе, да. По-другому начинаешь относиться к работе, потому что, когда у тебя есть дети, на работе можно не только поработать, но и отдохнуть. Дети создают много неудобств, но взамен они дарят новый виток интереса к жизни. Ну, просто рано или поздно все вокруг перестает нас удивлять. Мы сжигаем себе рецепторы водкой, табаком, аджикой, потом говорим: да, раньше клубника была вкуснее. Она такая же, просто мы наелись. И звезды те же, и они также мерцают, но я не смогу всю ночь с соломинкой в зубах лежать и любоваться ими, как в 15 лет. Я взрослый, мне нужно поспать 7 часов, съесть яичницу и поехать через весь город печатать буквы. Потому что если я не напечатаю буквы, у меня не будет яичницы, которая дает мне силы ездить и печатать буквы. Моя жизнь наполнилась смыслом. На самом деле в мире не так много вещей, которые могут вызвать у нас восторг и яркие эмоции. Количество фокусов в рукаве у природы ограничено, и рано или поздно они начинают повторяться. А дети дают возможность увидеть все это их глазами еще раз. Испытать те же самые эмоции, даже еще более яркие, потому что ты показываешь мир ребенку так, как будто сам участвовал в его создании. Как тебе? Не благодари. Это не только моя заслуга. Мне немного помогал Бог. Да. Ну, мне две девочки. В сумме с мамой и бабушкой 4 женщины на 100 квадратных метров. Спасибо за поддержку. Да, 4 женщины плюс мы с котом, которого после унизительной операции сложно назвать мужчиной. Говорят, быть отцом дочерей – это невероятная удача и благословение свыше. Да, действительно, это здорово. Ровно до тех пор, пока твоей дочери не исполнится 14 лет. В этот момент все папы мальчиков вокруг самодовольно расправляют плечи, а ты превращаешься в последнего параноика. Дочка, как дела в школе? Папа, мы с Андреем из 9 А будем защищать проект по озоновому слою. А ты слушаешь, а сам думаешь, что задумал этот прыщавый ублюдок? И у тебя есть все основания подозревать его в чем угодно, потому что ты сам недавно был прыщавым ублюдком. И я понимаю, что ближайшие лет 10 я буду спать плохо и пытаться как-то повлиять на то, чтобы она выбрала того человека, который, не знаю, я не разбираюсь в мужчинах. И от этого я буду спать еще хуже. Так вот, а через 10 лет, когда у нее, дай бог, все сложится, и можно будет спокойно вздохнуть, я не смогу этого сделать. Потому что именно в этот самый момент моей второй дочери исполнится 14. Так что я бы не назвал свое положение даром свыше. Скорее всего, это такая изощренная форма наказания. Возможно, в одной из прошлых жизней я был голубем, который испачкал одежды Иисуса или что-то в этом роде. Сейчас, перед тем, как, собственно, начать размножаться, в семьях стало модно проводить какие-то действия, которые якобы могут повлиять на пол, интеллект, черты характера будущего ребенка. Мне кажется, что дети, рожденные в семье обычным способом, скажем, безо всяких суперпланирований, да, они более любимые, чем те, кто зачаты в определенные лунные сутки, в определенной позе и после двухнедельной овощной диеты. Просто к спланированному ребенку у родителей есть определенные ожидания. А он их далеко не всегда оправдывает. Мы ждали одного, родился какой-то другой. Какой-то не наш.
Вместо того, чтобы любить ребенка, мама будет ненавидеть папу, который во время овощной диеты тайком подворовывал котлеты. Все дети милые, приятные на вид. И свои, и чужие. И даже те, кто плачут в соседнем купе или валяются тут и там на полу в магазинах игрушек. Они милые. Хочется потрогать за щечки, вызвать у них смех, помочь, защитить. Они вызывают только положительные эмоции. Но далеко не обо всех взрослых можно сказать, что они приятные. В какой момент в своей жизни светлый, чистый маленький ребенок начинает превращаться в будущего большого говнюка, который вскоре будет бросать окурки мимо урны и выезжать в снег на летней резине? Это предначертано или на это как-то можно повлиять? Сегодняшнюю программу я назвал «Эскиз человека», потому что верю, что повлиять на это можно. Спасибо. Дети, мне кажется, мы не всегда правильно их воспитываем. По крайней мере, мы используем для этого не самые чистые приемы. Спи, а то позвоню в полицию. Не ешь сладкое, слипнется. Не перестанешь плакать, отдам тебя вон тому дяде. Принуждение, запреты, запугивание, ложь. Вот наши инструменты для воспитания собственного чада. Как по мне, ругать ребенка лет до 4 вообще не имеет никакого смысла, потому что он не понимает причины крика. Ему просто очень страшно, и все. Ему должно быть страшно. Представьте себя, что вы ребенок, и вы делаете что-то хорошее, например, рисуете любимую маму малиновым вареньем на шторах. И оно уже начинает вырисовываться, и уже осталось чуть-чуть добавить здесь, и здесь, и... И тут над вами нависает та самая любимая мама. В ней 5 метров. Она топает вот такой ногой и кричит: «Это невыносимо! Сколько можно?» Какого размера подгузник понадобится вам, чтобы вместить все полученные эмоции? А главное, за что? Мама, что не так? Получилось не похоже? Неужели я неправильно подобрал цвета? Может быть, я попробую абрикосовым? И... В этом же проблема. Не может быть, чтобы на меня кричали из этих бессмысленных тряпок, висящих с потолка, назначение которых не дано понять и многим взрослым. Я никого ничему не учу и ни в коем случае не выставляю себя в роли идеального отца. Вряд ли таким можно назвать человека, который приходит домой в 11 вечера, закрывается в кабинете со словами: «Дети, отвалите! Мне нужно писать программу о том, как правильно воспитывать детей». Мне, конечно, далеко до Марии Монтессори, которая разработала систему воспитания детей, а своих при этом сдала в приют. Но как бы направление, да, похоже. Именно бестолковые запреты вынуждают ребенка впервые в жизни сказать неправду и начать выращивать в себе того самого говнюка. Давайте признаемся себе, что наши методики воспитания «нельзя», «помолчи», «успокойся», они направлены не на развитие ребенка, а на поддержание собственного комфорта. Откуда вот у этих блогеров, которые выкладывают на детском YouTube жуткие видео, где мама с ребенком 15 минут лепит из пластилина какашку или из какашки пластилин, я не знаю, я... «Диана, гляди, какая она коричневая! Вообще, ставьте нам лайки!» Откуда у них по 20 миллионов просмотров? Оттуда, что мы разрешаем ребенку забивать себе голову чужими какашками, лишь бы самим 15 минут посидеть в тишине. Проблема не в том, что недавно появился YouTube. Дети из поколения в поколение получают информацию, ценность которой вызывает у меня сомнения. Детские сказки. Они же должны чему-то учить, нести какую-то мысль, мораль. Но многие из них весьма неоднозначны. Я, к примеру, не первую неделю слышу перед сном аудиосказку «Три поросенка». Это не моя инициатива. Но некто 4 лет от роду
не может спокойно заснуть до тех пор, пока побежденный волк не убежит в далекий-далекий лес. Я хорошо знаю эту сказку и уверен, что при встрече безошибочно отличу по голосу Ниф-Нифа от Наф-Нафа. Этой сказке более 200 лет, и на ней воспитано более 10 поколений детей. Так вот, о чем она? Казалось бы, мораль ясна, да, будь как Наф-Наф, не ленись, строй хорошие дома. Но в чем загвоздка? Бездельники не пострадали. И два других поросенка учат детей тому, что каким бы бездельником ни был, и как бы ты ни жил, если у тебя есть родственник, который нормально устроился, то все будет хорошо. Красная шапочка. Кто расскажет мне, в чем мораль этой сказки? Какие ценности несут детям ее герои? К примеру, мама, которая круглый год заставляет ребенка ходить в одном и том же головном уборе. Я думаю, это травма для ребенка, когда тебя называют не по имени, а по названию элемент одежды, да? Все вокруг, и включая собственную мать. Мать, которая отправила ребенка одного через темный лес. Она не тянет на положительного героя. Дальше бабушка, которая так хотела поесть пирожков, что не смогла отличить голос волка от голоса любимой внучки. И, собственно, сама внучка, которая сначала сдала первому встречному адрес бабушки, а потом ничуть не удивилась, что у бабушки на старость лет вдруг начали расти уши, глаза и другие части тела. Это самая тупая семья, которую я когда-либо слышал. Как по мне, единственный положительный персонаж – это волк, который пытался прервать этот бессмысленный род. Ну, он единственный в сказке, у кого можно чему-то научиться. Он проявил смекалку, хитрость, ориентирование на местности. Он научился разговаривать. Шарль Перро француз, а французский – это очень тяжелый язык для волка. Это не немецкий какой-нибудь, где половина слов похожа. Я настаиваю, что волк – единственный положительный герой этой сказки. Да, его репутацию немного портит то, что он переодевался в женскую одежду. Но это его личное дело. Если бы, к счастью, мимо не проходили охотники, да, я уверен, что он бы съел и маму, которая при ее тупости приняла бы его за агента Эйвона или что-то в этом роде. По одной версии охотники, по другой дровосеки, да. Странно, да? Видимо, парни не чурались ничем, что можно вынести из леса. Один из них, скорее всего, был биологическим отцом Красной Шапочки, потому что другие мужчины в сказке не упоминаются. А так как мама и бабушка жили по разные стороны леса, то мама хотя бы один раз этот лес пересекала. Видимо, к счастью, неподалеку проходили охотники. Так вот, бедный волк, ему вспороли брюхо, и оттуда вышли внучка и бабушка, которая, кстати, до этого не вставала. Стресс пошел на пользу старой симулянтки, да? Как они выжили? Почему волк, имея большие-пребольшие зубы, так плохо пережевывает пищу? Эта сказка может научить только одному. Каким бы умным и сообразительным ты ни был, тебе никогда не одолеть тупых и вооруженных людей. Опять же, что там в тексте? Волк съел бабушку, а потом переоделся в ее одежду, да? То есть перед тем, как съесть бабушку, он раздел бабушку, которая на тот момент была жива и не сопротивлялась. В этой истории много вопросов, и Шарль Перро рассказал нам далеко не все. С Красной Шапочкой разобрались. Кто-то рискнет рассказать, какие мотивы и причинно-следственные связи руководят героями курочки Рябы, которые сами били, не разбили, а когда мышь разбила, начали плакать. Чертова мышь! Я хотел сам разбить это яйцо! Для меня это было важно.
Есть ощущение, что большая часть сказки безвозвратно утрачена, и кто-то просто склеил первую и последнюю страницу. Детство пролетает быстро, и ребенок должен за это время получить знания и навыки, которые пригодятся ему в жизни, а не просто сидеть и заниматься чем-то, пока мы отдыхаем. По поводу спортивных секций. Одно дело, кружки там сходил два раза, забыл, да, но спорт – это такая штука, это всерьез и надолго. Я призываю родителей, прежде чем сдать ребенка на какой-то вид спорта, заглянуть в будущее и на секунду представить, что вдруг он потратит много времени и не станет чемпионом. Такое бывает. Примерно 99,9% случаев. А потом представьте, если такое случится, пригодятся ли те навыки, которые он получил в этом спорте, ему в дальнейшей жизни? Бег, да? Допустим. Плавание. Хорошо. Гимнастика. Прямой пользы мало, но значительно увеличивает шансы удачно выйти замуж. Принимается. Но многие виды спорта – это состязание людей с очень странными и нигде более неприменимыми способностями. К примеру, я офигенно прыгаю на лыжах с трамплина. Вот лучше всех в мире. Например, да? Вот расскажите мне, при каких обстоятельствах вот это вот умение может пригодиться мне. Где это вот? Ну, разве что если неудачно пообедал и нужно добраться до финиша без приключений, да. Спортивная ходьба. Что это за спорт? Почему это спорт? Где может помочь спортивная ходьба? Разве что, знаете, ночью идешь по улице, а сзади: «Э, мужик». Это раз и спортивная ходьба, да? Это вроде как: «Я тебя не боюсь, но хрен ты меня догонишь». Мне страшно представить ситуацию, в которой придумали такой вид спорта, как бобслей четверки. Допустим, мужики катались с горки на скорость. После праздников такое бывает. В какой-то момент им стало скучно, и одному из них пришла в голову идея. Говорит: «Мужики, а вдруг будет быстрее, если мы вчетвером наденем обтягивающие костюмы, обнимемся и сядем в одни санки?» Так это было. Там один хотя бы рулит, а трое тупо пассажиры. Это безумно увлекательно, да? Едешь, смотришь в небо. Интересно, мы первые приедем? Было бы неплохо. Офигеть спорт, да? Я думаю, в реальной жизни бобслеисты очень неплохо должны ездить на работу в маршрутке. Догнал, втиснулся и не шевелясь до самого финиша. А еще я бы запретил все спортивные единоборства. Они, безусловно, могут пригодиться в жизни, но именно поэтому я бы их и запретил. Боксер, каратист, борец – это же по факту человек, который совершенно законно ходит по улице с оружием. Это должно быть запрещено. Или пусть хотя бы как ружье надевают на него какой-то чехол, который не позволит ему выстрелить. Все эти кодексы, мол, торжественно клянусь не бить людей за пределами ринга. Я не очень в это верю, потому что помню 90-е. Опять же, если бывший баскетболист, например, да, идет мимо баскетбольной площадки, и к нему случайно отскакивает мяч, устоит ли он перед соблазном бросить его в корзину? А бокс такая штука, что отскочивший мяч можно увидеть в чем угодно. Это ж... Да и в целом, ну, на дворе 21 век, и мне кажется, мы уже пришли к тому, что бить человека в голову так, чтобы он потерял сознание, закатил глаза, упал и дергался в конвульсиях. Да, в это время дамы в вечерних платьях воодушевленно считают до 10, а тут кровь и слюни, и зубы. И неплохо для времен Древнего Рима, но с тех пор появилась масса способов
радовать зрителей, никого не калеча. Взять хотя бы бобслей четверки. Вряд ли мою инициативу по запрету бокса поддержат, да, думаю, все заглохнет на уровне горсовета. Я ни в коем случае не хочу обидеть людей, посвятивших свою жизнь тем видам спорта, которые я перечислил. Я хочу попросить родителей, не нужно заставлять ребенка заниматься бобслеем просто потому, что это самая ближняя к дому секция. Сводите один раз, покажите, пусть попробуют, а потом ждите. Если на завтра в 6 утра он будет стоять возле вашей кровати в обтягивающем костюме с самодельными санками на четверых и скажет: «Папа, отведи меня», тогда из него вырастет чемпион. Или не вырастет. Но, по крайней мере, он проведет это время на радость себе, а не в угоду родителям. В моем детстве все ровесники мечтали стать космонавтами. Сегодня космос как-то детям не интересен. Там пусто, холодно и нет Wi-Fi. Конечно, найдется сумасшедший, который полетит на Марс ради селфи. «Всем привет, я на Марсе! Здесь совсем нечем дышать!» Космос перестал привлекать романтиков, там работают бизнесмены. Все, что сейчас летает вокруг Земли, так или иначе приносит деньги. Спутники, туристы, Тесла. Прошли времена, когда всей страной бахнули пятилетку за 3 года, а на вырученные деньги разок прокатили по орбите собаку. У наших детей другие интересы, а мы пытаемся навязать им эмоции своего детства. Что ты смотришь? Фигня какая-то. Вот действительно хороший детский фильм. Включаешь какого-нибудь электроника, смотришь вместе с ребенком. Жадно ловишь все его эмоции, и в какой-то момент тебе становится стыдно. Стыдно за Сыроежкина, который в твоем детстве сотню раз гениально отыгрывал эту сцену, сейчас как будто специально играет в полсилы. Или Коля Герасимов, который 2 минуты просто идет по улице и несет кефир. 2 минуты ничего не происходит. Камера стоит, Коля идет. Ах да, саундтрек. Пау, 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 пау. Там все настолько медленно, ты смотришь и чувствуешь, как ты стареешь. Детям не нужны наши фильмы, наши коллекции марок. Им нужно наше участие в том, что интересно им. А мы пытаемся навязать ребенку тот путь, который прошли сами. Чтобы он повторил все твои успехи, все твои ошибки, и при этом стал успешнее, чем ты. С чего бы? Что-то в этой формуле не так, да? С точки зрения эволюции, дети на одно поколение старше нас, они уже не такие обезьяны, как мы. Если бы все дети испокон веков все повторяли за родителями, мы бы до сих пор жили в пещерах. «Сын, зачем ты взял в руки палку? Ни я, ни мать никогда так не делали, брось!» Тут появляется мать и подключается. «Это невыносимо! Сколько можно?» «Хватит рисовать эти каракули на стенах нашей прекрасной пещеры!» Те наскальные рисунки, которые не дорисованы до конца. Страшно представить, что остановило художника. Видимо, 5-метровая мама была не в духе, да? Сделать детей лучше, чем ты – это единственная задача, возложенная на нас эволюцией. Помогите им выскочить из накатанной нами колеи и поддержите их там, где они не такие, как мы. И тогда эскиз превратится в нового и настоящего человека. Отдельное спасибо художнику. Все рисунки для этой программы я своровал из альбома своей старшей дочери. Девочки, которая когда-то рисовала вареньем на шторах, и ее за это никто не ругал. Это было Good Night Show. Спасибо большое. Добрых снов.